Наконец-то распустилась у нас магнолия, это белая. Но вот белая мне не особо нравится, потому что она издалека смотрится, как будто какие-то тряпочки висят на дереве. Розовая намного лучше, красивее. Вот. Но все равно классно. Вот. Против света, конечно, неудобно будет снимать, не знаю, как будет видно. Вот, пока вроде бы видно, но, по-моему, что-то четкости не хватает. Дома пересмотрю потом. Вот. Вот такая у нас распогодилась погода. На небе, видите, как хорошо. Чисто, чисто там он высоко летает какой-то орел или аист. Не знаю, видно, нет на камеру. Черная. Ближе не приближает уже. Вот, гуляем сейчас, баеньки нам надо, нравятся мне вот эти вот коттеджики, такие домики. Очень красиво. Хотела бы я тоже вот такой вот небольшой участочек земли, потому что это вполне достаточно, чтобы для себя, например, для одной выращивать цветочки, еще какие-то культуры. Ну, здесь вот кустики, а так вот, видите, тоже там ветреница сколько много. Вон, целая полянка красоты. Вот. Дитё не хочет ждать, дитё хочет ехать. Вот, ладно. Всем пока, будем мы спать, укладываться. Видите, вот какие удобно. Тут продается вот эта вот часть, представляете, два этажа в одно окно каждый этаж. И на ту сторону они выходят, там балкончик у них есть. И стоит это 255 тысяч евро. Вы можете себе представить такую цену? 255 тысяч евро. Я сначала думала, ну куплю, когда увидела, тут продается. Думаю, ну куплю, красота. Думаю, наверное, недорого. Окна старые тут. Одно только окно у них поменянное. Но когда узнала цену, мама мия. Ну ладно, всем пока-пока.